В музее камня начались работы по монтажу оборудования для планетария. Специалисты организации, выигравшей конкурс, приехали из Нижнего Новгорода, чтобы смонтировать купол и настроить оборудование. Ярослав Губченко, директор компании, поясняет, что управлять цифровым оборудованием не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Система спроектирована таким образом, что работать с ней после предварительного инструктажа сможет даже неподготовленный человек. Вместе с планетарием специалисты привезли несколько десятков познавательных фильмов о космосе. Такого объема хватит как минимум на год. Торжественное открытие планетария состоится в середине января. К этому времени завершат все монтажные работы и закупят новые стулья, чтобы знакомство с мегамиром было комфортным. Мы рады, что здесь удалось разместить очень качественную, хорошую, современную систему для работы планетария. Это цифровой планетарий. Обеспечивает в очень хорошем разрешении, очень хорошее качество изображения. И здесь сочетаются все возможные функции, которые сопутствуют планетарию. Это и показ фильмов, это интерактивные презентации, это астрономические интерактивные презентации. То есть все, что необходимо для планетария, все будет работать именно здесь, в полном объеме.